Всем привет, с вами Волс, 75, и мы выиграем ВАР! Знаешь, как она правда говорит? Они только вчера приехали, поэтому что не видно. А, вообще. Видите? Блин, я просрал. Где корабль? А, вот атакуем, долбоёба. Килл нахер. Сука, где? А, вот. О, какой у него корабль. Давайте сейчас мы его будем пиздить. 17 хп, ну все. На, сука. На. На, нахер. Ну, мы видели, мы просто взяли его, я... Захватить, нахер. Арр. Такие прикольные огурчики. Вот затады. Вот ты сейчас будешь слышать огурчики? Ну это не сейчас, кстати. Часто сейчас будет. Слышишь? Сейчас. Ладно, сюда пошли. Нет еще. Изовый, да? Нет. Просто с ними. Что, ты знаешь, как играешь? Ма. А что ты? Я не знаешь, как она один раз спросил? Паша. О. Паша. Ну ты долны. Не, там весь кинга убил, а потом пошел. Ну нафиг я пошел. Ну ты говнюк. Не ты. А он взял насравка. Сука, еще ты насрала. Сука, корабль. Ты чайка хуй. Да чайка на моем корабле насрала. Да. Ну да. Альтимага, Андрей, попробуй бить. Спорим, я вам на первом глазе. А, это убил Хускара еще. Спорим, что если он будет на первом глазе, а я буду на доскат, мне булки вообще есть. С руки, да? С руки. А. С одного удара. Основное чувство. У нас смысл не снять, просто вот потом сливать не слышишь. О. Не, в смысле не потом, в смысле не пан. А. Просто еще у меня, короче, было два хп, я так как вообще не трогаю. Алло. Видите, сейчас будет битва. Мы корабль, конечно, захватим. Смотрите. Корабли одинаковые, но у меня два говна есть, а у него говна нету. На, сука. Ниндзя. Да, захватываем. Я захватил корабль. Забылся. Да с... Ну ты не мог на том корабле посрать, скотина? Пиздюк вонючий. Ну молодец. Сука. Я говорю, посри. Нет, он берет на корабле свет. Молодец, сука. Ты онлайн что ли играешь? А? Онлайн играешь? Не. Если бы я онлайн, я бы, наверное, уже сдох. Какие там дряхты? Донс это. Не, видел, как я Халка вчера забил, помнишь? Андрей, помнишь тот шедевр? А, да.
вообще фигня. Фигня, ну красивая. А потом хитрик Ладыгина. Ну, просто это ладно. Пиздем. Я Джаггером тащил, кстати. Хера, какой большой у них корабль. Их двое? Блин, они же... Нет. Они меня пиздят. Блин, сука. Еще насрал на корабле. Молодец. Слышишь, у меня кентавр троих людей. Я пошел в лес, короче, вместе с грибами еще. Кентавр взял, короче, ну смотри, у них было всех по одному ходу. Кентавр взял струнку, короче, и всех грибов взял. Слышишь? Вау. Серьезно. Сейчас попробую убить Кристобала. Убил. Сейчас буду царить от этим. Нога его пиратская. 21 хп уже. Сука, еще ворона насрала. Блять, сука, скинул. Надо. Вот эти пизды. Да. Ладно, ну пошли. Ну и... мы же уже плывем, точно. Нет, он еще насрал. А, нет. Ладно, мы как... Смотри, опа. Видишь, как летаем. А ты так можешь. Опа. 500 голды, хера сколько. Можешь пойти и гриндануть эти. А ты думаешь, я отдыхал? На изи. У меня 14, а у него 7 будет. Изи. 13 минут. Он жрать хочет. Вы же... Писал же, что их двое, не четверо. Да идите вы нахер. Царь. Нет, солнце не уходи. А за кором пожалуйста.
булавами две пидрила. Да, ну чё, бля, нахер. Фри дата. Давайте заново начнем, похер. Вот это вообще не знаю. World I. Во, вот так вот. Нет, не... Мистери пусть будет. Long, да нет, нахер. Знаешь, что у меня придумал? Я такой вот. Begin. Так, сначала жмочимся. Но, и где я? Вот, вот, смотрите. Какой-то жопа. Видите? Жопа. Нет, world map. Нет. Так. В этой, которую при скинга или ДК? ДК. Почему? Потому что у кинга ульта есть. Я даже не подумал. И почему он утонул? Ну это была изи катка. Game over. Просто изи. Так. А второй аспект он был убить? Ладно, заново начнем. Слышишь, что это был лук возрождения? Интересный. Ну а все, теперь мы не повторим ошибки прошлые. Опа, видели? Так, как я его убил, World. Через пять секунд, сейчас тут будет. Донгер. Ар. О, вот, вот сюда пойдем, тут на это. Ар. А, пока тупо ждем. На двух коробочках плывем. Нет, он. Ар. А, вот я. Так прикольно доминировать эти. Изи, да? Просто летаешь. О, я левел 3 нахер. Ну все, сейчас будет битва. А ты идешь на бой. Ну давайте отфигим. О, ну. О, ну это просто изи, там никого нету. Я захватил большой корабль. Да ну нахер. Хера я палубу прихватил себя. Только не сори, только не сори. Тут чайка, она пошла нахер. Сучка посрала! Вот как этих пидорасок отогнать? Стоит. Так, а вы скина не возьмешь. Они берут Андрея и срут. Вот что делать, я не знаю. Изи в себе. А, у меня же ничего нет, это же новый корабль. А, я же назад, наверное, еду, да? Или что? А, оценка. Это читаем. У меня оценка выходит. Оценка. Потом опыт понимаю, что это оценка. Ну и, короче, не жить. Ну и как я уйду-то? Вернуться на опыт. Сраные вороны. Взяли тут мне, обосрали весь корабль.
нахер пошла. Сука, насала. А че я не могу этих сук убить? Проходить. Я не знаю, Андрей, они срут и срут. И вот просто взяла, прилетела, насрала и улетела. А кого атаковать-то? Ну похер. Ну и как левануть? World map. Всё, обязательно с ними драться, им же похер. Вот что вы хотите? Охерел! Ар. Ну и как? Это сучка еще раз. Вот и что делать? Вот у меня тоже вопрос, что делать, если у тебя маны нет, а при скинг уже... Домини. Да, если мы встану, вспомни, что будет делать. Доминировать. Хотя маны нет. Ну вот я их, наверное, ебал. Они еще ничего не поняли. Сейчас я ударю джинсы и убегаю. Какие-то дебилы, они не умеют соли. Вон тракса сейчас будет. Дров. Да, мне тракса не будет. Ну что это за бред был? Прикинь, скажи, что он сделал со мной. Он взял меня. Он взял меня просто, ну я не знаю, как это сказать. Так. Изи. А, нет, я не успел. Я хуй убил, но я не успел, слышишь? Не изи, что надо. Чайки эти ебливые. Срут да срут. Все, готовы, доми. 23-32. Им кирдык нахер хана. Ну у этого дебила там. Ой, ну, слушай, я, короче, знаешь, что делал? Я в рейстинга дал быстро, очень быстро. Да. Так он этот. А Этериал Блейд не дал. Не, пойди. Не, все очень быстро дал, короче, так он дал за второй скилл. А короче, а там он крипов за время бил. И крип было с одной тысячи. Серьезно. Лол. Просто одна тысяча. Какой-то дебилизм. То, что это. Я случайно на ту кнопку нажал, а это сложно. Получается, на ту кнопку нажал. Я на нее не хотел нажимать, я случайно нажал. И она оказалась правильной. О. Вот опять две суки летят. Фу, хотя бы не посрали. Надо его как-то говно научить убирать. Короче, так. Драться с вышкой это бесполезно, мне кажется. Шли. Согласен, что драться с вышкой это бесполезно? Да не, ЗБС. А с тинкером-то ЗБС адрес. О, я лазер перепадал. Ладно, я с тобой убил. Сейчас, может, с ними договориться можно? С кем?
С пиратами. 28-1. Сука, попоит. Я слил свою Глебашу. Там было прям написано убить 70. Лол, слышишь, я знаешь, как тем говорю? Я просто даю догон 8 левела и 1000. 8? Да. Ну, в смысле, 800 ворона. Я окружен. Да что за дебилизм, я не понимаю. Я, короче, клипов буду с тобой. Ладно, фига капа. Ладно, все, почти да. Знаешь, как видас использовать? Для пуша. Не, слушай, это листаться, идти в лес, короче. Не слышишь, листатануться и добивать какие-то. О, а сам видас типа реал? Ну, то есть не так. А, не, видас нельзя перейти. Раз, два, две суки. И третья настрала. Великолепно. Так, что, рабак? Фоли. Блин, ты хочешь, что надо сначала догон, а потом уже лазер? Так, быстрее. Ну да. У меня был эфир, а вот. Ну, хотя все время был эфир. Я забыл эфир. Сейчас я готов попасть. А, понял. Ух ты ж, какой я мощный. Сейчас приски на тут убивать. На, не, тысячка, тысячка. А-а-а. Мой взял и опять посрал, ну красавец. Еще доволен, сука, что посрал. Ой, там цем. На один эфир уже. Ой, Зенит через 2 часа играет. А спорить кого? Аэла. А если мы ему не пройдем, то сможем, да? Да, нам надо выигрывать. И то выигрывать с отрывом. Не, ну, а если мы выиграем и будет 1-1, ну, то есть, ну всего, да, 1-1, ну, мы выиграем и всего 1-1, то будет именно на нашем поле? Ну, будет дополнительное время, а если 2-1 выиграем, то они выиграют. На нашем поле, да, будет? Да. Мне кажется, это тебе это читерство. Да, у этого говнюка пистолет, а у меня херняк, а нет, у меня будет тоже пистолет. Слышь, я вроде бы вообще не фармил, у меня 162 крипа. 165. Ладно, все, я новый грусаю, какое-то говно, я не понимаю, что делать. Криф Ай. Почему все только боятся? Криво. Да я, кстати, раньше я играл. Волфер. Волф. Ленд. О, я назвал, короче, игроком Волфом, а мир назвал Ленд, и получился Волфленд. Мир Волфов. Монстрс. Это вы знаете. Ну, смотри, сейчас дохожу за Джайка, на сколько секунд я выйду. Он ультанет и не убьешь его. Ладно, на арск. Мне сейчас взял крип за стилем. Рак.
Ой, нет, это краб. Восемь коробок, но это ЗБС. Как они называются? Вудблок. Я просто сейчас пойду, короче, к ней на базу, и буду у нее там на базе. Как тебе план? Донный. Ходят? Херили. А знаешь, как они еще так прикольные, тут такие на профиль, там за ними крипы бегут, а они профиль, они по ним не бегут. А. Все, я царский корабль построил. Суки, они внутрь как-то проникли. Они же не должны были срать. Ты любишь доминировать? Нет, нет. Нет, нет. Дон стоит? Как мы... Найдя вопрос, если против людей играть, чтобы доминировал тинкер на джаггера, что надо сделать? Пиздить. Это же вообще не надо. Андрей, так легко, просто берешь, Андрей, и пиздишь. Буйство, рэмпейдж, изи. Thank you.
снова манту купить. Шлюшка насрала. Ладно, все. Корабль есть. Доминировать. Готов над ними нахер. Все. Мы готовы пиздить. Там джаггер. Ой, джаггер. Джаггер сказал. Конечно, пили. Блин. Пиздец, видишь? Уёбок, Девин, перна. Девин сперма ты, а не перна. Пиздец. Ок, второе. Вот тут тогда. Доминируем, давайте доминируем. О, Йонг. Ну, Йонгу пизда. Ну, Йонг. Пизда. Я взял Йонга просто и отпиздил. Его хер поеботу надо. Сука. Ах вы, сучки, я тут дерусь. А скажи, что они делают? Они срут. Джаггер. Я не мог подождать перед тем, как стычковать джаггера с фунтами. Я 64. Так. А что ты знаешь о доминации? Надо пиздить, а не доминировать. Перец. Юг. Помнишь, я кучу раз на Мику покупал? Я два раза купил на Мику. Я вообще очень редко покупаю ракеты на Мику. Да. На Мику мне потратишь. Ну да, Мипа это самая то рапирка. Да, да, вообще. Да.
Блин, чё так долго плыть-то? Да ну нахер. О, фли, ну ладно, похер. О, я увернулся от битвы. От битвы. То, что меня бы в этой битве взяли бы. Сука, насрала. А, да, да, ну я пират, фыра, ни во что. Так, значит, начало есть, их четверо, я один, я, мой девиз непобедим. А ну сейчас приду. Сука, не срать, не срать. А кстати, я один раз убил именно с этого. Просто чуваков, они были на респе, без щитов, третьим скиллом. Опасно. Я просто перезаряжался. Ну, ты вернулся. Ну и чё мой дебил хочет? Вот это реально пост. Пост, а вот лишний. Вон, окай. И сразу чейса херачим. Нет! Суки окружают. Блин, они чуть меня не отпиздили. Ой, ой, я там жду бараки у нас, а у них уже два не пара. У кого? А. Вот, вот ты знаешь, сколько килов сделали? Фига. Целых два. Ну то эти два, это я. Ну, да. А у всех ботов вообще по-моему, именно по-моему. А нахер, что я не буду там.